Большая часть животных, о которых пойдет речь, найдена на дачах в районе Гавердово. Есть и те, кого подобрали в Солочи или Рязани, но объединяет их всех одно. Их завели котятами, а потом бросили. До лета бы мало кто из них дожил, потому что забирали мы их в мороз, минус 20, то есть там замерзала в этих дачах вода даже. Вот. И кошки просто набрасывались на еду привезенную, то есть настолько они были голодные. Все это дело рук людей, которые привозят домашних кошек и котов, оставляют на дачах, потом они там плодятся, котятся, вот. И люди спокойно уезжают дальше осенью в теплые уютные квартиры. На передержке в разных квартирах. У добрых людей сегодня больше 10 кошек, но передержка временное спасение. Все животные брошенные, которым действительно нужна забота, нужно тепло, поэтому поиск дома для них жизненно актуален, жизненно важен. Сейчас они находятся на нескольких передержках в Рязани, по трое-четверо. Вы понимаете сами, что передержки на лето уезжают, у кого-то командировка, у кого-то отпуск, вот, и держать их бесконечно не могут. Мы сегодня представим вам кошечек и котиков, которые оказались ненужными в предыдущих семьях. Их оставили на улице на произвол судьбы. Привычно хорошо полностью и кладочку, и веди непривередливая. Она не будет там, как вот маленький котенок, лазить по обоям, не будет от нее много беспокойств, но зато будет уют в доме, то есть как бы такая вот очень уютная кисунка. Рыжика нашли в пустом дачном поселке зимой, голодного. Нашли напуганным. Пока он побаивается людей, но с теми, к кому привык, спокойный, ласков. Как нам сказали, что привезли рыжика в Гавертово москвичи и оставили его там на зиму. То есть вот такие вот у него бывшие хозяева. Ласковая девочка Мариша млеет от проявления к ней внимания. Спокойная, любит полежать, помурчать, играет, но не шумная. Стерилизована. Возраст до года. В еде непривередлива. Я не знаю причину, по какой могли ее бросить вот так вот во дворе, да? Вот, потому что мне кажется, что это просто взяли котенком, поигрались. Когда кошка повзрослела, то она стала неинтересна. Это Кузя, еще совсем молодой кот. До года. Очень активный, как любой ребенок его возраста. Марта с нежным пушистым мехом и очень милой мордочкой отличается покладистым мягким характером и нежностью. Спокойно и в то же время игриво, привязана к людям и общительно. Бруни найден худеньким, голодным и замерзшим. Сейчас игрив и умен, кастрирован и приучен к лотку. Обожает ласку и сразу начинает мурчать. Котик Дэнни тоже был истощенным и напуганным, когда его нашли, но сразу тянулся к людям. Ему примерно полгода, любвеобилен, полностью здоров, кастрирован и приучен к лотку. Любопытный и обаятельный котик Данил. Идеально приучен к лотку, спокоен и гриф. А это Том, кот с отмороженным ушком. Его забрали зимой в 20-градусный мороз. Скорее всего, еще немного, и он бы погиб. Сейчас здоров, кастрирован и готов к устройству в новый дом. Красивейшая шерсть из сине-черного цвета, как у пантеры, и при этом мягкий, игривый характер. Каждый из этих ребят ищет новый дом и ответственных, добрых хозяев. Позвонить, чтобы посмотреть и забрать понравившегося котика или задать вопросы, можно по номеру 8 910 612 44 44.